Вы знаете, в последнее время мне стали задавать вопросы по состоянию моих волос. Я действительно начала делать процедуру, одну очень интересную, которую услышала. И вот сейчас вам поделюсь, расскажу о том, как я ее делаю. Мне очень нравится эффект. Волосы совершенно шелковые. Я очень рекомендую ее к использованию. Итак, утром, прямо после сна, видите, я еще заспана, вы делите свою голову на несколько частей, верхушка, макушка, вернее, боковые части и затылок. И как бы наносите масло на кожу головы и втираете его максимально, распределяя по коже. И втирая достаточно легкими движениями, но тщательно. После чего вы берете в руки массажную нашу щеточку с массажной насадкой и ставите таймер на 1 минутку и массируете каждую зону по 1 минутке. Безопасно для волос, потому что не закручивается, а вибрирует щетка. Ровно по 1 минутке. Потрясающее ощущение, такой даже отдых и релакс для кожи головы. После чего я рекомендую надеть шапочку, такую, ну, полиэтиленовый или пакет, замотать голову полотенцем и оставить на 10-15 минут. Потом помыть волосы, вымывается великолепно шампунь. Вы уже поняли, что хит – это вот это масло. Оно реально очень крутое, подходит для очень многих процедур. И одна из процедур, которую я вам показала, это вот это. Так что обязательно-обязательно его используйте. Ну что, понятно, как я это делаю? Делайте раз в неделю, на мой взгляд, достаточно. И просто получайте наслаждение от качества своих волос. Удачи!